Блокада Ленинграда – это героическая и трагическая страница в жизни нашей страны. В истории нет другого примера, когда окруженный захватчиками город не только не сдался, но жил, работал и сражался. В Большом зале кинотеатра «Курортный» состоялось торжественное собрание, посвященное 76-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики и жители блокадного Ленинграда, жители курортного района и представители районной власти. Особое место в программе торжественной части заняло чествование знаменитого жителя Сестрорецка. Ветеран Великой Отечественной войны Валентин Прокофьевич Росляков. 22 января фронтовику-танкисту исполнилось 104 года. Почетный житель Сестрорецка, ветеран Великой Отечественной войны, полковник бронетанковых войск в отставке, получивший множественные ранения, горевший в танке, сегодня бодр и энергичен. Под бурные овации зала глава района Наталья Чечина горячо поздравила именинника. Я пока вам скажу слова благодарности, вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И ждем вас 9 мая, в день 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все жители ждут вашего выступления. Крепкого вам здоровья. С наступившим днем рождения. Спасибо. Валентин Прокофьевич участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из кровопролитных сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего 4 танка Т-34. Танкисты вместе со своим командиром подбили 12 из 16 немецких «Тигров», потеряв только одну машину. Несмотря на то, что Валентин Прокофьевич уже очень плохо видит, он активно принимает участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. И сегодня он нашел в себе силы поздравить собравшихся с Днем Ленинградской Победы. Дорогие сестричане, разрешите мне вас поздравить. Вас поздравляет солдат, который остался из двух, остался живых. Я преклоняюсь перед жителями города Ленинграда за их героизм, мужество, непреклонная любовь к своему народу. Несмотря на то, что все мужское население ушло на фронт, их заменили у станка жены, старики и дети. Я преклоняюсь перед солдатами, которые мужественно своей ценой, своей жизнью защитили наш город и не дали оскорбить наши улицы Ленинграда. В завершении торжественной части мероприятия перед собравшимися выступили артисты Санкт-Петербурга, исполнившие различные произведения на военную тематику.